Вот это вот началось. Так, смотрите, смотрите. Вступительный ролик в самом начале. Он у меня проигрался, когда первый раз игру запустил. Но как бы вы понимаете, да? Просто приготовьтесь. Вся моя семья погибла во время бандитских разборок. Я тоже должен был умереть. Был сильно ранен. Но я выжил. И теперь я понял, почему. Простите. Мою семью, Святоша и другая мразь. Я выжил из-за них. Я вернулся. И теперь их черед умереть. Теперь их черед умереть. Пора идти. Еще многое нужно сделать. От Акаги я побеспокоился, но других труднее достать. Руки за голову, не делай ничего такого. Так, ну и вот на этом ролик, кстати, закончился. Вот что могу сказать. Что дальше произошло, не очень понятно. Но, блин, насколько Дюжев не умеет озвучить, это, конечно, просто лол. Но самое смешное будет даже не он, а актеры озвучки, которые озвучивают всяких бандитов. Это просто приколюха. Так, ну что, погнали, военная зона. Первый мисс, сейчас пойдем играть. Надеюсь, что громкость музыки и озвучки в игре нормально уже настроена, если что. Его посадили, наверное. Ну, я не знаю, а как я там в наркопритон сейчас пойду? Возле моего дома наркопритон. Надо бы там все почистить, а заодно и пострелять. Да, логично, логично же, правильно, правильно. Мне вот интересно, сколько ему заплатили за это, и почему именно Дюжев озвучивает карателя. Ранингус, привет. Ну, вы понимаете, да? Типа, этот уровень, ну-ка, блин, а вот заново скажешь что-то? Возле моего дома наркопритон. Надо бы там все почистить, а заодно и пострелять. Та-ра-та-ра-та. Ладно, погнали. Начать миссию. Если что, играю на нормале. Ох. Мы в тюрьме, лол. О май, рыжуля. Добро пожаловать в Райкерс, мистер Касл. Посмотрите номера. Я детектив Соуп. Это лейтенант Рихтофен. Было чем поразвлечься последнее время, Касл? Сколько ты убил за последние несколько недель? Не уверен, там было много взрывов. А что ты делал в здании Такаги прошлой ночью? Ну, начнем. Сначала и посмотрим, куда нас ведут останки изуродованных тел. Кстати, тебе назначили адвоката. Давай пока поболтаем. Давай. Вернемся на 3 недели назад. Что конкретно ты делал в соседнем наркопритоне? А, я буду типа очевидно, рассказывать, как фильмак. Очевидно, зарабатываю преступным путем. Так сколько, вы говорили, было жертв? И вот я типа вспоминаю, как это было. Вот первая миссия это просто шедевр. Нахер пошел с дороги, ублюдок! Нью-Йорк-Сити. Забудьте все, что слышали об этом месте. Забудьте. О новом Нью-Йорке. О новом Нью-Йорке. Адская кухня называется Клинтон. В парке полно туристов. Все это не настоящее. Прямо внизу под нами заждался старый Нью-Йорк. Старый Нью-Йорк. В темноте уже вам ничто не поможет. Ничто не поможет. Ты настолько открыт, что весь мир копается в твоих кишках. Спокойно.
Просто от того, что город выдворил чудовищ. Выдворил их в Бруклин и Бронкс. Не думайте, что это место изменилось. Только не в самом сердце. Не там, где оно живет. Не падайте в Нью-Йорке. Не падайте в Нью-Йорке, чат. Никто вас не поймает. Вас никто не поймает, это было глубоко. Самое главное, что я помню, сейчас, короче, будет какая-то баба с каким-то мужиком ругаться. И это будет супер рофл. Игра, кстати, 2005 года, она вполне неплохо выглядит. Она выглядит примерно как Макс Пейны. Может быть, даже чуть-чуть получше. Здесь есть физика плаща. Но, блин, эти фразы, которые будут отмачивать Дюжев с его интонациями и остальные актеры. Тут наркоманы будут такие рофильные. Просто. Я постараюсь удержаться и не повторять эти фразы и не рофлить с них очень сильно. Я буду просто молчать. Но вы знаете, что я хихикаю. Дерьмо в этом городе нужно расшевелить. Я сдался, чат, я не смог. Расшевелить дерьмо в городе. Ничего не стало. О, господи. Что тут? Что, крысы? Нет, это просто ветер. Так, погнали. Нормально слышно или погромче сделать? В любой момент вы можете воспользоваться меню в настройках, да. Эй, детка, что делаешь? Во. Давай отдай мне этот кошелек. А-а-а, помогите! Не ори, или я тебе сейчас шею сломаю. А я могу что-то сделать? Нажмите Е, чтобы захватить врага по приближению к нему. Так, нажмите Q, чтобы убить захваченного. А я хотел допросить. Окей. Это не твой день, но я могу сделать его еще хуже. Отпусти меня, слышишь, лоб! Это научит их. Чего-чему научит? Эй, ты, каратель! Спасибо, парень! За что? За то, что жизнь мне спас. Анда. Анда. За что, говорит, спасибо. А, да, я жизнь спас, слышу, да, Так, спокойно. Нет, пожалуйста. Блин, ты убил его. Да, это следующий. Где деньги? Я не знаю, а Берни знал, а ты убил его. А ты убил его. Значит, тебе в живых тоже незачем оставаться. Вау. Ларри, смотри, это гребаный каратель. Давай, тащи сюда свою жопу, получишь по ней. Ага, говнюк, мы тебя не боимся. Черт, Дом, а если он на самом деле сюда поднимется? Блин, тогда у вас проблем, пацаны. Что происходит? Я не знаю, вот представь, в детстве, Даша, в 2005 году я получил диск с этой игрой, запустил ее, и я просто офигел с того, что там происходило. Я помню, что я прошел, по-моему, первых уровня 2 или 3, и на следующую сессию игры позвал, короче, друга с братом, чтобы они вместе со мной посмотрели, ну, типа, сели, и, ну, и чтоб я понял, это я один что-то не понимаю, или это действительно очень смешно. У нас пока даже оружия нет. Череп над головой врага означает, что этот враг владеет вашей информацией. Нажмите Е, чтобы захватить его. Понял? Сейчас будет очередной тарантиновский диалог. Нажмите Е, чтобы допросить врага. Кнопки движения, чтобы выбрать метод воздействия. Удар. Кто здесь главный? Двигайте мышкой вверх и вниз, чтобы управлять допросом. Верхняя часть шкалы показывает здоровье врага, нижняя — уровень его страха. Чтобы удачно допросить врага, удерживайте уровень его страха в оранжевой зоне в течение 3 секунд. А как это делать? Нажмите F1, если вам нужна подсказка. Достань меня, говнюк! А, я бью мышкой. Закрой пасть! В оранжевой зоне держится?
Я убил его. В следующий раз постарайтесь обойтись с допрашиваемым полегче, и он может много вам рассказать. Подсказка, смотри на оранжевую полоску. Она там была? Блин. Ну, нет, допрашиваем больше. А значит, нет информации в Нью-Йорк-Сити. Убийца, да? Ну, как бы, типа, бандит. Закрыто. Там чуваки? Сказали, что гребаный каратель идет в эту... Эй, Моррис, где тебя черти носят? О, черт, ты не Моррис, ты каратель. Чего ты так боишься? О, черт, ты не Моррис, ты каратель. Убить ближайшего. Я не хочу, я вот этого хочу допросить. Давай. Я просто тебя душить. Ты что-то хочешь мне сказать? Да, ты что-то хочешь мне сказать. Мне нечего гавкать. Ты понтуешь. Черт, я просто хочу ширнуться. Ну что в этом такого? Ну что в этом такого? Ты раскололся. Ты должен умереть. Я каратель. Ты не Борис, ты каратель. Ох, мой гарбуз. Просто. Нажмите Г, чтобы поднять оружие. Блин, очень неудобно на Г поднимать оружие. У меня теперь дробовик. Нажмите левый Ctrl, чтобы выстрелить. Не, если что, левая кнопка мыши работает. Нажмите Е, чтобы вручную перезарядить на Е. Я понял. Расслабься, нам не о чем волноваться. Но если расход в курит, что мы крадем, нам кранты. А как он узнает? Ты ему скажешь. Да нет, блин, ну ты в натуре вяжи с наркотой. Заткнись, мразь, я в полном порядке. Вы понимаете, эти актеры еще лучше дюжего. Нажмите Q, чтобы вышибить дверь и застигнуть врага врасплох. Изи. Тихо, козлы, тихо. Ты кто? Так, вы можете использовать врагов в качестве живого щита для защиты от пуль. Нажмите N, чтобы оглушить захваченного врага, и Z, чтобы отбросить. Я оглушил его, все, это мой щит, нет? А, я его вырубил. Этот вроде не дерется. Вы что тут делали? Мед варили, да, козлы? Нажмите T, чтобы выбрать между пистолетом и винтовкой. T. Блин, вообще неудобно, конечно. Так, ну-ка давай. А можно его допрашивать вот у этой штуки? Угрожать смертью. Это не твой день, но я могу сделать его еще хуже. Да отпусти ты, черт! Я в натуре не при делах! Ага. Узани расхода, он наверху. Понял. Прощай. Кайф. Так, расход наверху. А! Подкрепление! Ну, козлы. Блин, а что надо все стволы так поднимать? Можете одновременно нести сразу два одинаковых пистолета, нажмите Z, чтобы выстрелить из оружия в левой руке. Вау! То есть левое правило клавиши мыши. Перезарядка на R. И на E при этом. Забавно. Кто? Когда оружие направлено на невиновного, меняется прицел. Убийство невиновного приведет к концу игры. Открой ворота. Не могу. Я вас не знаю. Приводи себя в порядок. Это лучший диалог ever. Не могу. Не могу. А вот сейчас, кстати, патроны поднялись, а до этого не поднимались. Стоит чувак с двумя стволами. В куртке с черепом на груди. Только что там была пальба, она говорит, я не буду, не могу, говорит. Потише там, козел. А, они телек смотрят, нажми C, чтобы присесть, здесь и стелс. Вообще. Там перестрелка с голого пистолета, походу, по телеку.
Нажмите Space, чтобы прыгнуть на пол по направлению движения. What? Эй, я ничего такого не сделал! Он так прыгнул! Я прыгаю. Я типа Макс Пейна. Сдохни, чё, сдох, да? Просто развалено. Так, как там Т менять оружие? Да, дробовичок возьму. Нажмите F, чтобы войти в режим прицеливания. Вау. Какого хрена? Какого хрена? Ты что, пытаешься нас убить? Нажмите F во второй раз, чтобы выйти из режима прицеливания. Я готов. Так, ты кто? Пожалуйста, не трогай меня. Ты наркоман? Кое-кто ждет тебя в следующей комнате. Отпусти. Не, я хочу с тобой поговорить. Разбить лицо. Говори или пожалеешь. Понял, да? Да что с тобой такое? Они мне ни хера не говорят. Расход тебя за это замочит. Да что с тобой такое? О май гад. Прям на холодильник. Бруталити. Так, я готов. Тебе конец, каратель. Я каратель, мне не конец. Что у тебя, Лени? У меня пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, все черви, ничтяк. Нифига, дерьмо, ты проиграл. Да. Это самый худший расклад. Чё там в натуре не фартит мне? Где они взяли этих чуваков на озвучку? Просто где они взяли их? Два дробовика можно? Два дробовика! Вы можете одновременно использовать два одинаковых винтовки. При перезарядке одна из винтовок упадет на пол. Оу, Нажмите Tab, чтобы войти в режим расправы. На ограниченное время станет сильнее, его здоровье будет восстановлено. Отпусти, я просто уйду. Кто нам еще? Так, нажмите Q, чтобы быстро убить. Нажмите Ctrl Z, чтобы кинуть нож. Первый нож остановит врага, второй его убивает. What? Какой нож? What? Минуту, сейчас перезаряжусь. Да-да, перезаряжусь. Подправление! Синий счетчик расправы резко уменьшается. Вот это вот он был, да? А если вы получаете повреждение, лечу просто. Like a boss влетел. Все, развалим. Где пиздец, чувак? What? Жарить можно даже маленькую рыбку. Чё? Что он сказал? Жаль, это может даже маленькую рыбку? Чё? Кто-нибудь понял, что сказал про маленькую рыбку, или это я один не понял? Так, ну тут мы развалили пацанов. Там где-то наверху ждет нас самый злой. Жарить может даже маленькую рыбку. В чем смысл? Оба. Каратель. Так, вон они там разбираются с пацанами. Поздно платить, червяк. Ломаться. Оранжевые маячки указаны на места для особых убийств. Приведите туда захваченного врага и затем нажмите Q, чтобы его убить. Оп. Ты вообще кто? О, каратель, слава богу. Да, привет. Так, сюда пошел. Специфическое убийство. О-о-о! Охренеть. Так, а это что? Или тебя тоже надо отвезти? Я не понимаю. Что это-то такое? Ладно, может, надо дальше идти?
Мне кажется, главного еще не было. Нажмите Г, чтобы подобрать бейсбольную биту или иное оружие. Я с дробовиком, алло, о чем вы? Хотя может быть другая атака? О, тян какая-то. Ты в безопасности. Ну? Скажи что-нибудь рафельное. Скажи рафельное что-нибудь. О! Еще одна. Вставай. Нет! Убирайся! Оставь меня! Оставайся здесь, пока идет перестрелка. Оставайся здесь, пока идет перестрелка. Эй, это тот чувак, кончатель. Я как каратель. Меня зовут каратель. Белыми маячками помечу места для особых допросов. Нажмите Е, чтобы захватить врага. О май гад. Ты что, охренел что ли, а, животное? Встаньте на белый маячок, а затем нажмите Е, чтобы провести допрос. А почему я не должен тебя убить? Я наркотиками не занимаюсь, я просто здесь живу. Понимаешь? Мне по-другому кажется. Ладно, ладно, я торгую помаленьку. Ага, о, видишь, уже сломался. Вниз. Еще сильней. Блин, чат, это тяжело. Блин, чувак, не убивай меня, я ничего не сделал. Ты сраный наркоман. Это болезнь, я не виноват. Надо лечиться. Нет. Я не смог получить инфу. Я пытался, там, правда, я правда. Я вижу, я тебе башню отстрелю. Опа! Я окончательно. Вы даже знаете, с кем имеете дело. Собаки. Ну как кто тут? Кто? А чего аптечек нет, как в Макс Пейне? Потому что, ну, это ж, типа, очень сильно похоже на Макс Пейн. Даже с прыжками вот этими. Привет, Стрейтрамкар. Так, погнали. Тони, не убивай его! Берегись! Тихо! Так, нажмите F, чтобы использовать прицельную ситуацию с заложниками. В этом случае пистолет лучше, чем дробовики. Если необходимо следить, нажмите T. Надо. Я убью его. Психи-оружие, плохая пара. Понял, да? Да, да. Спасибо, друг. Пожалуйста. Запомните, я окончательно. Окончаю людей. Так, что тут? Ну, как раз вовремя. Заходи. Оу. Оу, чат. Сейчас подожди, ствол побольше достану. Оп. Привет, девочка. Давай плащик скинем, выкинем эти пистолеты и устроимся поудобнее. О, давай. У меня на это нет времени. Не знаешь, от чего отказываешься? Думаю, да? Догадываюсь. Ну, типа. Что-то как-то. Ух ты, чувак! Меня так плющит, что я вижу здоровенных перцев в плащах. Я его тоже вижу. Походу, он настоящий. Надо спрятаться, чувак! Так, и чё, будете прятаться, нет? Чувак говорит, я вижу перцы в плаще. Так, ну пошли сюда. Ну конечно, в руки за голову, это как
Этот убежал, убежал, гад. Успел ливнуть. Так, что тут? О, давай. Пигнали. Ты просто убежал, чтобы спрятаться? Так, это допрос был там. Кажется, ты что-то хочешь мне сказать. Мне нечего гавкать. Ты понтуешь. Черт, я просто хочу ширнуться. Ну что в этом такого? Ну что в этом такого? А выстрелить-то можно? Не, а почему нельзя выстрелить? Ну типа вот так можно, а я хочу по-другому. Я хочу с пистолета. Эй, клевая футболка! Спасибо. А, он хочет стрелять. Я думал, он просто убегает. Бежать! Ну, наркоманы! Ты еще не сдох? Ты видел Мурло, карателя? Ларри. Чувак, да ты обоссался! Да у него всегда рыло такое, как будто он дерьмо схавал. Да, кстати, вспомнил. Хотел в сортир сходить. Оставь там для карателя. Может, он голодный? What the fuck? Вы чё охренели там? Я сейчас вас порву просто. Он тебе нужен, не я. Ах, я в спину. Ну я ведь шутил про засранца там. И всё такое. Да? Лежать Шутник, блин. Юморист называется. Я, говорит, шутил. Да я, говорит, так. Вот так вот, видите, балаболы-то? Вот они так вот и живут. Так, пошли сюда. Тут никого нет. Придется прийти сюда. Чё, осколочная? А как бросать её? Подожди, я понял осколочную. Пожалуйста, не надо. Да ничего не будет, братан. Все нормально. Чё ты здесь делаешь? Зырим, что у тебя? Тихо. У меня есть граната. Ее, видимо, можно кинуть на какую-то кнопку. Дерьмово ими быть. Так, беру пистолет. Ага, я тут был. Понял. Так, балкон. Нажмите Е, чтобы взбираться по лестнице. Окей. Не, ну первая миссия это уже шедевр. Что такое? Если что, Гэнни кидает гранаты. Держу в курсе. Тебе обоих не спасти. Спас. Изи. Нормально? Спасибо, брат. Пожалуйста. Черт, чуть в штаны не наложил. Да бывает. Типа ты испугался просто. Так, а что тут? Тут кого-то уже убили. Хорошо, уходите отсюда, пацаны. А, этот сдается, кстати. А ты кто? Уходите, полиция! Полиция здесь скоро будет. Скоро будет. Я пришел за тобой. Так, его надо прям хорошенько допросить. Говори, если жить хочешь. Отпусти, падла. Я ничего не знаю. Возьми ключ. Все в шкафу. О, ключ в шкафу, понял. Прощай. О, кайф. А где шкаф? Много оружия не бывает. Капец, они тут затаренные. Все, я пойду вот так. Вот шкаф. Да? Нет? Как ключ-то достать? Или это шкаф? Или вот это шкаф?
В каком шкафу-то? Ключ-то. Да. Ты куда ломанулся, расход? Гранату кинул, лол. Давай, твою мать. Возьмем его. Лови подарок. Вот бы как-то целиться отдельно от движения бы еще. Вот такая камера экшоновая. Не, по-моему, все упали. Факт. Так, может быть, в этой комнате надо в шкафу найти ключ? Вряд ли это кухонный шкаф. Эта озвучка даже лучше Володарского за Сафилинг. А я, кстати, не... Я играл в Сафилинг, но я вот там вообще не помню озвучку. Я помню, что здесь я рофлил, когда играл. Вот сундук вообще какой-то. Не, мне кажется, дверь просто откроется. Назад, я тебя не боюсь! Да? Подожди, я сдаюсь! Это было быстро. Лол. Ну чё, ты, да? Привет, Расход. Привет, Расход. Приведите захваченного врага, да, я понял. Ну что, Расход, вот мы и встретились. Говори, или сдохнешь, Расход. Давай, замочи меня. У тебя ничего на меня нет. Меня курсанули о том, что ты будешь здесь. Не знаю, кто это был. Ага. Я тебе не верю. Хватит уже. Подожди, я все-таки его сбросил? Нью-Йорк никогда не меняется. Никто не поддержит тебя, если ты упал. Блин, это так глубоко просто. Сложится нормально так. Убито невинных... А, спасено невинных 5, убито 58 врагов. Точность 35%, любимое оружие дробовик, да. Но я могу сказать, что это начало миссии, вступление просто идеально было. В квартиру. Мясные лавки открыли. Вот я мясные лавки очень хорошо помню. То ли я много на этом уровне бегал, то ли чё. То ли я его проходил один раз сам, потом ещё друганам показывал. Ох, да. Вот уж этот кончатель. Военная зона. Погнали. Мясные лавки. Мясные лавки — это прикрытие для разного рода нелегальщины. Ой. Вот это меня особенно интересует. Машина, которая попыталась меня сбить, зарегистрирована по этому адресу. Если у вас эпилепсия, не смотрите, пожалуйста. Вы умрете, скорее всего. Итак, 70 с лишним трупов, куча разбитых окон и здания, которое теперь годится только под снос. Я бы сказал, трагедия эпических масштабов. А для вас просто приятный вечер в офисе. Потом вы идете домой, довольны собой, и тут какие-то ублюдки пытаются вас бить. Некоторые не научились уважать человеческую жизнь. Вы запомнили номера АСМ-129, но в полицию не сообщали. Они даже убийц не ловят. Не то что плохих водителей. Но ведь кто-то помог вам отследить номера машины? Итак, вы выяснили, что машина зарегистрирована на автомастерскую на 96-й улице? Это была автомастерская, в которой занимались краденными машинами. Должен заметить, что адвокаты собственника опровергают это обвинение. Хотя сам собственник среди живых больше не числится. Ага. В Нью-Йорке угоняют 100 машин в день. Большинство из них разбирают за 30 минут в автосервисах. Запчасти невозможно отследить, их продают во все мастерские. Большинство. Грязное дело, им заправляют подонки. Хуже всех автограбители. Прошлой ночью женщину вытащили из красного кабриолета и пристрелили. Поэтому я слежу за автосервисами, особенно за этим. Я обнаружил это место по номерам машины, которая чуть меня не сбила. И подумал, почему бы не зайти?
Зашел. 2005 года игра. Угонщики и автомастерские всегда вместе, как полицейские япончики. О, что-то про пончика. Полицейских. А вы что, все будете со мной драться, да? У этого чувака есть какая-то инфа. Тебе слезанья, чувак! Все, один остался. Да. Ну чё, братан? Поговорим. Кто здесь главный? Иди в жопу и сдохни, говнюк. Ага, чёрт, я так не нет, думаю. Нет! А, Карло Дука! Это Карло Дука! Карло Дука! Это Карло Дука! Дука, помощник Ньючи, что он здесь делает? Что он здесь делает? О, музончик пошел. Пошли узнаем, кто он. Эй, Джо, передай гаечный ключ. Я слышу, ты где-то рядом. Нельзя. А, это простой шоу, понял. А как он решает, кто из них, ну, бандита, кто нет, типа, ну... Бандит может и не стрелять в тебя в первую очередь. А только потом. Спасибо, Алекс Грин, за 24 месяца. Два года вместе, спасибо. Так, ой, еще дробовичок. Так, ну сейчас, походу, будет прикольный допрос. Оу, oh, yeah. Что вы отсюда вывозите? Нет, ты не посмеешь, ты не можешь. Автозапчасти, это все просто. Я просто раздеваю тачки. Они что-то делают с запчастями. Пожалуйста, отпусти. Yeah. Хороший работник. В пределе остался. Так, куда дальше, видимо, наверх. Да-да, все, вот я понял, что мышкой надо попробовать добить. Потому что некоторых после допроса не хочется оставлять живых. О, один патрон. Камера. Они не должны знать, что я иду. Оно реально сломалось! Круто. Ну-ка, огнетушитель. Ну, а тут уже, конечно, да. Руки за голову! Не убивай меня! Быстрее! Почему ты здесь работаешь? Я не знаю, что они здесь делают. Это просто работа. Они убивают людей, угоняют их машины, продают запчасти. А ты ничего не подозреваешь? Найди другую работу. Я закрываю это место. Я закрываю это место. Так кто там дорал? О, братан, не успел. Так, здесь... Ну, нам наверх-то и надо, кстати. Давай, погнали. Что такое-то? Я просто... Где моя газировка? Да не бей ты по ней! Лучше от этого не заработает! Ты тоже не работаешь. Лупить тебя иногда полезно. Да чтоб она от тебя свалилась, говнюк! Дай мне мою гребаную газировку. Дай мне мою гребаную газировку. Бля! Да! Стой. Он меня что-то кинул! Говори, подонок. Эй, что ты делаешь? Я слишком тупой, чтобы что-нибудь знать. Я просто упаковываю наркотики в запчасти. Чувак, не убивай меня! По-моему, нормас отмаза, точно не убьют. Давай, говори.
Эй, что ты делаешь? Я делаю грязь, малыш. Патронов у меня нормас. Зачем-то бутылки можешь поднять, не знаю, может, можно пить. Серьезное место. Много целей, много пуль. О, да. У тебя ничего нет. А это так как не сдох, лол, я что в жбан просадил. Это лол. У него патроны закончились. Хорошо. И все, блин, синеволосые, главное, да? Помогите сюда! Что ты здесь делаешь? Да? Я слышу, ты где-то вот рядом. Это стильно. Я слышу, ты где-то рядом. Ты свой член в микроскоп. Чё я разглядываю? Угон машин — мелкий бизнес для Ньючи. Здесь должно быть что-то еще. О, да. Я, кстати, не был уверен, что если выстрелить двигатель, то он упадет. Мне что-то показалось, что, ну, это не настолько интерактивный объект. Но да, он бы упал. Прикольно. Такая музыка, знаете, как будто бы я в пиццерию приехал в Италию. Такая добрин. Ничего, прыгай. Оба. Блин, я думал, катсцена будет. Надо так уровень грызть. По-моему, по-женски так начал, не? Не может быть! Не может быть! Лежать. Короче, у меня по 8 патронов, вот эта оранжевая полоска под ними, это количество патронов, которые я еще мог бы потом загрузить. Возьми бутылку, подбери к врагу и нажми Q. Ну, я так понял, я ему буду розочкой угрожать, но я хочу с пистолетами ходить. Ага, во, чувак. Привет. Блин, не так прыгнул. Привет. Можно было допросить. Подожди. Кто-нибудь живой один. Во. А, так нам тот нужен дальний. Лол. Во, давай, пошли. Ты кастрированный пи***. А, я слеп сам. Я его убил, что ли? Я его не допросил? Почему он умер-то, лол? Я же его просто вырубил. Отпусти меня. Подожди. Давай, говори. Говори. Ну что ты хочешь знать? Я много чего знаю. Ты что знаешь? Я просто солдат. Что за флешбэк? Блин, я не смог его допросить Топова. Нет, прощай. Блин, я мог бы его утопить просто. Я понимаю, что эта отсылка была к комиксу, но типа я не читал комикс. Про кончателя. Ничего у тебя нет! Чёрт, не убивай меня! Давай. Что-нибудь полезное можешь мне рассказать? Ну давай, чувак, отпусти меня. Не. Я тебе ничего не сделал. Стой. Склад наверху, за гаражом. Код доступа 187. Ага. Охренеть.
понял. Ну, был пацан, нет пацана. Так, мне самое главное, интересно, куда идти. Ну, где, типа, основной путь, а где нет. А, все, понял. Это дополнительно. Может, было, типа, слева пройти. Так, окей. Вот жалко, что мы сзади там не посмотрели, что за допрос был. Видимо, дверь с кодом дальше. Вот тебе дерьмо. Это было очень больно, по-моему. Ага, один пистолет закон. Ну можно попробовать вместо пистолета взять ППХ, так он где-то валялось. Вот оно. Ну, а у меня и патронов на нее, в принципе, норм. Можно любого привести. Так, проблема в том, что когда идет бой, они типа, ну, дерутся со мной. Если я нажимаю Q, то он их реально убивает просто, и все, сразу же. Ах, козли, 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 козли. Я не хочу умирать! Не повезло, ты умрёшь! Никто не хочет умирать, пацаны. Хотя я, наверное, куже нажимаю, правильно? А если ед нажать, то будет допрос. Да, точно, вон, пошли. Блин, нет, далеко идти. Да-да-да, я ку спамлю, я понял. Ну тебя я просто сумасшедший убийца. Не трогай меня, пожалуйста. Это да. Что не летит там туда вообще? Я тебе башку отстрелил! Куда попал? Погоди, твори! Шевели колготами! Да охренеть, какая перестрелка! Как я вообще выжил все еще? Умер, умер. Охренеть. Не одобряем. Будет больно. Ох, двоих одним выстрелом. Шесть. Так, ну пацан внизу сдался, надо допрашивать. Попался, ублюдок. Давай позырим, что... Так, чё этот? А, другой чё? И тут другой еще. Поищи, 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 поищи. Сейчас тебя прошу. Это что? Так, и что будет? А, чел бы умер? Вау, прикольно. Ни хрена себе интерактивность для 2005 года. Так, говори. Скажи что-нибудь, если жить хочешь. Отпусти меня, друг. Я только вчера присоединился к Нючи. Да, конечно. Рассказывай. Я сразу понял, что он лушот. Или там вот эта тема, типа, не убивай, у меня семья, там, пожалуйста. Это тоже все вранье. Была бы семья раньше, да, не думал. О, прям череп! Ух. Никто не ушел окончательно. О, сколько стволов! Сколько стволов! Охренеть! И у меня еще оранжевые полоски фуловые. ХП, правда, мало. Так, я забыл, на какую кнопку супер вот эти атаки.
так надо нажимать, да? Чтобы врубить режим овна. Я смотрю, много народу в нее играли. Видимо, тоже игра детства у вас, да? Тап, по-моему. Ага. Эй, это сюда, он! Шлюха. Здесь каратель! А? Попробуй пройди меня, не А я ножи кидаю. Нормас. Нет, еще один. Лежать, ты спасена. Тебе лучше убраться. А, просто молчит. Спасибо, карать, что спас-то. Это факт, пацаны. Это факт. Назад, засранец. Сори. Я тебя не послушаю. Оба. Я готов. Но. Добавь существительное и глагол, и получишь предложение. Мы думали, ты умер? Я это уже слышал. Не, дед, плохая идея. Ньючи, Дука, зачем они здесь? С чем это связано? Я просто выполняю приказы Бобби, Ньючи. Не трогай меня. Поговорим снаружи. Здесь слишком тесно. Слишком тесно. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Играй с русской озвучкой, Джек. Русская озвучка лучше всех игр, Джек. Расскажи мне о себе, Ньючи, Дука. Я случайно сказал про Бобби? Я ничего о нем не знаю. Давай, 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 надо раскачивать, деда. Я просто с Бобби иногда говорю, вот и все. Да, конечно. Бобби мой босс. Он собирает деньги и отдает мне мою долю. Несчастный случай, братан. Оу, шут. О, я и забыл, что такое есть. Но это несчастный случай, очевидно. Томми ничего больше не видит. Томми мертв, братан. Я вот не знаю, нафига здесь прыжок. Типа у Макса он хотя бы время замедлял. А тут-то он нафига. Кроме дробовика. Ага. Двух. О, это было стильно. Давай, говори. Отпусти меня, и мы все замнем. Чем мы замнем? Чем мы замнем? Я племянник Манючек Ковнюк. Она убьет тебя за это. Да? Не верю. Ты неудачник! Сейчас узнаем. Ну куда ты? Наконец, мы трупы! К чёрту! Чёрту! Пацаны решили отбиваться, реально. И посадим. Ошибки молодости. Что-то медленно, карате. Давай, стреляй! Черт, помоги мне! 360 раскрутился. Давай, говори. Говори. Черт, я обосрался. Лол, фу. Что ты хочешь знать? Я много лови говорю, что мы отсюда кокса на 500 штук каждую неделю вывозим. Ха-ха-ха.
Ох, эти враги. Этот кран может пригодиться. Я, видимо, должен подняться и нажать кнопку. В той машине каратель не прячется? Точно. Сейчас сам посмотри. Давай. Да, я думаю, кто-то этого парня уже накрыл. Лол. А ты не так уж крут, каратель. Ну хотя бы каратель. Только думаю, что это стекло. А, это не стекло. Мы его завалим. Разрешайся, давай. Да ты даже прицелиться нормально. Мочи его. Не шути с Ньючи. Блин, вот этого как бы убить. Это чё? Я залез в машину, видимо, чтобы Карл дальше пойти. Карл Дука был всего лишь маленькой пиявкой в пруду Ньючи. Но крах этого дела сильно повредит финансам Ньючи. И окончательно взбесит Ма. В общем, вечер удался. Ну, я сделал полный круг, видимо, и вернулся к своей машине. Потрясающе. Так, ну ок, следующая миссия. Я думаю, что я полностью проходить игру не буду, я просто типа сегодня поприкалываюсь. Вот, пару миссий пройду, вспомню, как это было. Семья Ньючи теперь в моем списке. Вот, сын Мобоби использует Lucky Bar как офис, развел там проституцию и наркотики. Бар умников, нормальных людей там не бывает, сегодня я решил прикрыть Бобби. Молодец, решил прикрыть Бобби, нормально. Эх, наркотики просто. Мой любимый бар. А Бобби Ньючи сегодня решил вершить здесь правосудие. Дерьмо. Этот мужик там был в баре. О. Видимо, из-за патча на разрешение мерцает картинка в превью миссии. Если бы ты, Тони, пришел раньше, возможно, я смог бы тебе помочь. Но теперь... Мистер Ньючи, прошу вас, это никогда больше не повторится, клянусь. Спокойно. Главное не смотреть на них. И только без нервов. Ну ты, по-моему, очень нервный. Дайте угадаю, он просидел в толчке, вышел, а все уже мертвы. У Бобби под костюмом бронь. Поэтому нужно попасть в голову. Понял? Слушай, думаешь, Сорвиголова победил бы Сани Корлеоне? Ты тупой алкаш, Сорвиголова герой комикса. А, ну да. Замьючен этот стрим теперь уже навсегда. Так, надо не привлекать внимания. Ты заблудился, тупоголовый. Минус башка просто, вы видели это? Чё это было? What? Что происходит? Внимание, я не привлекал вообще-то. Прям полноценный босс, лол. Поди ему еще прицессов, боже. Блин, сенса, конечно, дичайшая. Он еще половину, блин, в ковер попадает.
Ванночная. Конечно, перестрелка гения. Неужели я попал? С Бобби покончено. Теперь Ма. Теперь Ма. Жесть какая-то. Ну, дробовик вообще не попадал, если чё. У него бы от головы после такого количества выстрелов вообще бы ничего не осталось. Как у мужика, которому я первому выстрел сделал. Ой, выходит челик. Черт, Касл, это был мой любимый бар. Как Джон Траволт прям вышел такой, что происходит? Эта миссия была очень быстрой. Так, я бы, кстати, пестики вкачал. I'm ready, Commander. Энфал, спасибо за 13 месяцев. Блин, почему тут-то мерца... А, я ничего не вижу. А, все плохо. Так, я возьму бронежилет. И за здоровье, чтоб мне... Нет, здоровья не хватит. Сколько у меня... Я не вижу, сколько у меня... А, вон 30 тысяч. Точность и боеприпасы бахну. А, мои глаза. Все, назад, 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 назад. Да. А, блин, я не знаю, почему он так мерцает, чуваки. Просто не понимаю. Так, военная зона. Следующая миссия. Маленько вкачались, нормас. Само то. Возле моего дома наркопритон. Ой, не-не-не, это самая лучшая миссия. Вот, нам нужна эта. Ма хочет мстить за смерть Бобби. Она не могла найти меня, потому что бродяга похитил мою соседку Джоан. Я шел за ними до центрального зоопарка. Это ловушка, и они не должны убивать Джоан. Но они не должны убивать Джоан. Ничего себе резак. Странный зоопарк, один с вечера, или она умрет. Ее Дюк Нюкем, да, похитил? Каратель уже идет. А все в сборе. Что за девчонка? Она приманка, подготовится. У него в руке автомат. Вшит. Это вообще как? Я вам говорю, он больной. Да, какого фига он о себе возомнил? Я тут... Погнали. Это будет круто. Помоги мне, или не доживешь до следующего дня. Нет, не надо, сраный псих. Зачем ты обзываешь меня? Подожди, дай мне шанс, я смогу тебе помочь. Давай. Ну? Где инфа-то? Преступник никакой, зато удобрение хорошее получится. Черный юмор. Отражение? О май. Я теперь понял, почему мне могла понравиться эта игра в детстве, почему я ее проходил дважды. Это Бушвокер ему ЦРУ руку заменила, блин, я не знаю, кто это, блин. Пошли в остров. Так.
волчонок! Мне нравится, как им не хватает одного ножа, чтобы умереть в тело. Понимаете? Доктора! Врача, врача! Позовите врача! Сжать грязь! Странные отбросы! Ты сказал, не трогай меня, а? Положите перезарядку музыки. Миш, друг! Живи и дай выжить! Так, давай сначала этого допросим. Говори, или тебе придется тяжко. Ты не можешь! У меня есть права! Какие у тебя есть права? Спроси у того, никто не знает! Засада! 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 Оба! Люблю сюрпризы. Это был... В следующий раз падай подальше от бордюра. Это был сюрприз? Реклама. Сюрприз, да. Не, ну чувство юмора у него, конечно, не отнять. О, эмочка. Блин, наверное, эмку возьму вместо... Вместо пис... вот этих вот слов я возьму, наверное. Видишь, знаешь, что я с ним сделаю? Пойдем. Куда бродяга повел Джоан? Ты теряешь время, засранец. Черт побери, больно как! Он направился к тропическим животным. Отпусти меня. Понял. Спасибо. Что по сюрпризам? Только время здесь теряю. Да пошли, пошли. Пожди вторую эмку. Ебой. Красиво. О, черт! Это ты! О, сейчас мы увидим тот допрос. Твоя жизнь для меня ничего не стоит. А как ты ее оцениваешь? Пошел ты, каратель! Я не предатель! А я каратель. Да блин, я не успел. Хватит! Отпусти меня, и я помогу! Да говори! Передумал. Сливайся. Здесь каратель. Ядри. Бей его. Чего боишься? Главное, чтобы никто рандомный не выбежал случайно. Но вроде как здесь гражданских нельзя запиливать, в принципе. Я думаю, я никого случайно не убью. Так, ага, это туалет, в котором я был. Уточка. Твою мать! Держи.
Да, они тоже прыгают, они просто не так. С двух можно эмок стрелять, вы понимаете? О май гад. Вот после какого-нибудь дурацкого дня реально прийти вечерком, сесть в каратель, залипнуть, по-моему, вообще самое то. Пар выпускается на раз-два. Это игра 2020, да, по-моему, тоже игра года. И кто все это будет убирать? Пора идти. Уверен, что у тебя много работы. Черт, верно. А тебе приходилось очищать ковер от крови? Постараюсь больше не мусорить. Нормально, блин. Я ему жизнь спасал, говорю, кто это будет все убирать? Если бы ты умер, вообще ты бы не узнал, что значит убирать. Бродяга не продержит Джоан долго живой. Слоумошка. Слоумошка была красивая. Я бы сказал, дядька каратель, только не бейте, все, я добрый день, домой хочу. Добро пожаловать в мир тропиков. Вы можете ходить по проложенным тропинкам и любоваться видами. Смотри, какие пираньи. Просим вас ничего не трогать. Вот там пираньи. Пиранья обитает в водных бассейнах тропических лесов. Ага. Вне стаи не опасно. Однако, собираясь в большие группы, эти рыбы нападают на любого вторгшегося в их среду обитания. Ну, на обитание не нападают, сам. Я же рассказывал вам эту историю. А что наверху, мелкий? Руки прочь, засранец! Вы что такие дерзкие? Меня каратель держит и готов убивать. И я, типа, чё с вами не приятного так? Приятного аппетита, мальки. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Тихо, меня от каратель. Он идёт. Вы, в принципе, уровни-то прикольненькие. Вы видели, там до секунды был рот с изнанкой лица? Блин, нужен скриншот. Привет, так. Да-да, я тоже видел, как он улыбался, но его улыбка была внутри. Если это имеет смысл, я не знаю, как это получится. Кажется, я начинаю нравиться Джоан. Блин, Джоан ушел. Кстати, режим стрельбы реально прикольный, в принципе. Если привыкнуть к сенсе... Да, получается, когда у меня двуручное оружие в руках, то... Стрелка влево, точнее, правая клавиша мыши кидает гранаты. Да. Хотя граната нарисована слева, да, и ну и казалось бы, типа... Логика заставляет думать, что левая это слева, а правая справа. Цивилизации в Америке. А удачи. Хотя их обычаи показались бы нам сегодня кровожадными и жестокими. Да, нам бы показали. Страшные войны велись на пленников, которых приносили в жертву во время кровавых ритуалов. Попробуй попади в меня, засранец. Что хрена? Я попал. Приз будет. Так, патроны на эмке кончаются. Но они, походу, без эмок бегают, да?
Нет, something. Вот реально надо будет боеприпасы побольше качать. На полянке вы увидите развалины древнего храма ацтеков. Ага, так. Это он! Стреляй! Одна из самых развитых цивилизаций в Америке. Хотя их обычаи кажутся нам сегодня кровожадными и жестокими. Рядышка. Блин, с этим режимом реально прикольно стреляет. Кучность гораздо лучше. Да. Но то он, видимо, я решил прицеливать. Ты будешь играть завтра в коопе? Нет. В центре храма ацтеков находился жертвенный алтарь. Блин, я не думал, что это выход. Пожалуйста, не трогай меня, я помогу. Я хотел там нет, что-то сделать. Спасибо, что на тебя ради прикола. Нет, не на. Они сказали, мы шлепнем тебя ради прикола, да? Осторожнее, за каменной аркой западня. Спасибо. Спасибо. А теперь убирайся. Перебирайся отсюда. Идите к зданию, если увидите... Тебе конец! Всех он не убьет! Ты уверен? Судя по тому, что меня поймали, это значит, что я вас всех убил и при этом еще и выжил. Раз мы уже конец игры увидели. Давай, Касл, да его нельзя убить, он, короче, типа скриптовый. Не знаю, что даже попытался. А вот и арка. Лучше ее обойти. Лола, как обойти-то? А, вот. Вот. Ну я конечно, узнал, но не очень обошел. Беззащитных животных это подло даже для Ньючи. Ну они это сделали, значит я убью их. Нахрена их убивать-то, лол? Жесть какая. Так, а где эта штука-то разломала? А, вот ее, да, я дошел. Тургончик, поставь плес 18+, в скобочках в конце. Блин, не допросить его никак. Ну, то есть, как-то можно было, видимо, да, если наверх подняться, типа, на... Я убил его раньше. Сегодня пойду заново проходить на Стальджи. Да я что-то тоже думал такой поплею, а реально-то игра тут прям хороша. Но первый уровень это реально самое вообще рофильное, что может быть. А ты не так уж крут, карась. Да, вот я, видимо, отсюда мог здесь прикончить ее. Кто там? Это карати! Иди сюда. Иди сюда, малыш. Пойдем. Дядя Каратель тебе покажет сейчас. Приколю. Смотри. Говорили, тебе придется тяжко. Ты не можешь. У меня есть права. Я убью тебя последним, если ты расколешь. Shit! Спасибо за совет.
Осталось. Я чувствую их запах. О! Я тебя достану! Ой. Вот это жопа! Я все обстрелял вокруг. Смотрите, как точно стреляю. Да? Время идет. Джоан уже не так много осталось. Да я спасу ее, не бойся, пошли. Хэмочку бы подобрать наверху. Так, а что там происходит? Подожди. Я ж тут стоял. Открой ворота. Нет уж, ньючи убьют меня, как они убивают всех этих бедных зверей. Они все мертвы. Открой ворота. Ладно, надеюсь, ты в порядке. Нормас. Нет, не открой. Все мертвы. А, окей, тогда заходи. Мне главный герой напоминает какого-то актера, но не могу вспомнить кого. Я тоже не знаю, да, кто бы это мог быть. Куда ушел бродяга? Я прятался и видел, как он прошел к птичьему вольеру. С ним была женщина, невысокая брюнетка. Да, она кричала, он тащил ее к птичьему вольеру. Лучше тебе снова спрятаться, пока я сам тебя не пристрелил. Мочи его! Так, а где? О, черт! Все, я разобрался, мужики, все нормально. Тебе лучше убраться. Я иду с тобой защищать бедных животных. Смешно, я собираюсь тут поохотиться. Я сейчас кормлю его, походу. У меня Цирин, привет. Мне вот тут подумалось, если бы в роли карателя был бы тот парень из летучих конкордов. Его бы звали окончательно двухминутник, скорее всего, кстати. Как у бродяги все получилось? Почему сигнал тревоги не сработал? Хороший носорог. Отличный напарник. Молодец, да. Ну, типа, я даже не успел его вопрос задать ему до конца. Типа... Смотрите, они еще рофлик умудряются. Со мной бегают теперь два охранника, лол, они не умрут, надеюсь? Мы сдаемся! Врут. Я не верю. Бродяга приказал всех их убить! Бегите! Бегите! Блин, не задеть, отойди! Из-под пуль, блин! Вот тебе! Надо на... Мама! Мама! Нормас. Да кто? Кто еще-то там? Все они умерли из-за меня. Не может быть! Вы убили охранников? Не шути с Ньючи! Они убили охранников, походу! Надо разобраться с Майей бродягой. Они за всем этим стоят. Не, я не вижу трупов, кстати. Охранников нет, но нет и их трупов. Нет, один есть.
Пресс-сеф охранником, пацаны. И девчонки. Блин, я не смог спасти. Я думал, они бессмертны. Я думал, если спасти их однажды, они отвлеки спасти. Его! Я за бродяга! Ну! А че если быстрее сюда? Ничего. Какая точность топовая, реально на таком расстоянии с этим прицелом. Тропические рыбки – самые яркие обитатели нашей планеты. Я кончу тебе. Что он сказал? Их условия естественного обитания. Я не хочу знать. Закаленное пуленепробиваемое стекло сдерживает давление огромной массы воды. А, пуленепробиваемое, понял. Понял. Оба. Ну, пацан. Скажи мне, как мне найти бродягу и Джоан? Отпусти меня, ублюдок! Блин, как сильнее ты еще мышкой дергаешь? Страшно, да? Да как? Да, как? Оставайся. Но тот, мне кажется, не выйдет, правильно? Ой, мразь. Ты не можешь. У меня есть права. Какие? Водительские? Спроси у Дони. Дони знает. Бродяга. Он ненавидит животных. Они водяная змея, как думают многие. Я понял. Даже мураны не любят гнючить. Ты попросил отпустить, а я сделал. Для вашей безопасности не рекомендуем вам трогать воду. А больше нельзя, да? Скажи, почему бы мне прямо сейчас тебя не убить? Зачем ты врешь на мне? Рыба, а не водяная змея, как думают многие. Отними меня, бродяги, поменяй на девчонку. Угорь убивает жертву, разрядывая 600 вольт. А для чего время в кассу? Давай, давай, кассу! Бля, он все еще бегает. Здесь каратель! Это я. И это все? Кто этот фраер? Это каратель! Это я, да. Я убью тебя! Гранату в рот засунул! Охренеть! Тебе конец! Старейк? Да, не боюсь. Я уж понял, 5000 рыб. Я иду, держу. Вот этот чел с рукой. Я понял. В
другой раз, бродяга. Эх, бродяга. Заткнись и стреляй! Так, сейчас будет толпа какая-нибудь, надо будет вперёд! Так лизнуть. Сдаёшься? О! Ты даже прицелиться нормально не можешь. Боже, только не ты! Я пришел с тобой. Что-то не очень логично, что это открыло дальнюю решетку. А как ближнюю открыть? Они закоротили управление. Ага. А может там какая-нибудь секреточка, если тут нет? Фрэнк, осторожнее! Бродяга запустил в бассейн пираний! Господи! Я выдвигаюсь! Не шуть. Они боятся тебя больше, чем ты их. Это каратель. Так, 2.5 минуты у нас есть. Но что я должен сделать за 2.5 минуты? Только не он. Давай. Нет, не все. Должна же быть какая-то комната, наверное, с кнопкой, не? Понял. Говори. Как же ее спасти? Так я тебе и сказал, брат. Это очень опасная материя, эти допросы. Стой! Запасной выпускной клапан в кабинке за водопадом. За водопадом кабинка, понял. Приятного аппетита. Быстрее сдохни! Вода убывает. Ты спасена. А чё был ты спаять нажал? Она меня поблагодарит? Привет. Они все мертвы? А что с бродягой? Скоро он умрет. Прикольно. Супер. Жалко, что прокачка между уровнями жестко начинает мерцать, как сумасшедший. Так, отвернитесь все от экрана, я спасаю ваши глаза. Я постараюсь быстренько вкачаться. Так, еще броник. Ну, на точность же у них, блин, у меня осталось 10 тысяч. Ну, длительный режим расправы, это, видимо. Видимо, чтобы больше у меня... Ну, чтобы больше я народу, короче, успел убить. Во, точно. Так, дополнительно. Вот комиксы нам открывались, не? Нет, это, видимо, полноценные комиксы. А воспоминания? Точно нет. Может, арт? Прикольный арт, ничего не понятно. Бонусы. Все закрыто. Родик, это кабин был. Так, ну го дальше. Сегодня похороны Бобби. Будет весь клан Ньючи, поэтому случайных похороны. Смертей не предвидится. Надо шлепнуть Ма, Эдди, пару десятков их солдат и разнести лабораторию наркотиков. Понял. А теперь ты собираешься столкнуться с преступным синдикатом Ньючи лоб в лоб? У меня нет очков на прокачку. Ты накрыл другого. Их сомнительный бизнес по продаже наркотиков в автосервисе, потом выследил Бобби Ньючи в баре Лаки и убил его. Это почему-то расстроило мать Бобби. Поэтому она заставила бродягу схватить твою подругу Джоан и устроить веселую погоню в центральном зоопарке. Понял. Потом ты решил испортить похороны Бобби. Обычно портят вечеринки, а ты портишь похороны.
Фрэнк, мне кажется, что похороны для тебя это Фрэнк. Что-то типа вечеринки. Ты даже не представляешь, что для меня значат похороны. Оу, oh, yeah. Весь клан Ньючи собирается на похороны Бобби. Отличное место, чтобы прижать их. Если все сложится удачно, я начну с Ма. Он еще в очках остался, настолько ему все лицо оторвал. Нам сейчас внести гроб, Бобби. Где твое воспитание? Подожди, пока дама не сядет. Я залезу туда. Жаль, что смог убить тебя только раз, Бобби. Нет? У крыс будут свои маленькие похороны. Охренеть. Ну это прям хитман. Они готовы вносить тело. Слышь, ублюдки, в этот раз постарайтесь не уронить. Блин, нет, Ма нам яйца отрежет. Черт, тяжело-то как. Они в гроб кокаин засыпали, что ли? Да не хочешь, как хочешь. Ма ведь не очень сентиментальна. Заткнитесь, уроды, никакого уважения. Я хочу видеть моего мальчика, откройте! Ма, не нужно, там просто месиво. Ублюдок, я убью его, разорву его голыми руками! Успокойся, Ма, нам всем сейчас тяжело. Заткнись, дерьмо! Я яйца тебе оторву и скормлю их собакам! Бладмайн 2600. Ма убита горем, проводите ее до особняка. Каратель, ублюдок, клянусь, я убью его! Да ладно тебе, Ма, вернемся домой, устроим инквизицию в подвале, и тебе станет лучше. Они все одинаковые, кстати. Это каратель! Один чел такой бегает. Успокойся. И я оставлю его живых. Мне кажется, жизнь для него будет хуже, чем смерть. Надо будет одного оставить для добивания рабом. А возможно там был Джимми. Это, кстати, продолжает. Чуваки, у вас есть белая овца, похоже. Грязный ублюдок. Так, давай. Да, мне вот этот вот нравится. Десять из десяти. Потрясающе. Я думаю, что они все бы не бегали с тебя. Кто-то садился, кто-то еще что-то. Это вот этот один. Который самый храбрый. В кавычках. Не убивай меня! Да не буду, не буду.
машины сюда. Уу, бой! Стильно. Не увидели, видели? Займемся поисками наркоты, раз уж я здесь. Давай. Для себя или как? По-моему, кто-то только что сказал «Лепс». Но это не точно. Люди, медленно и осторожно! А ты не так... Помощь нужна! Странно, что вся полоска убирается, если я даже раньше выключаю. Обидно. Озвучка нормас? Посмотри начало стрима, пожалуйста. Эй, это же Джоя. Что с ним случилось? Всех он не убьет? О, я как раз только что убил всех. Прикинь. Оба, допрашиваем. Нет, он дебюрит. Красиво. Ну что красиво-то красиво? О-о-о! Маэль внизу. Пошел ты, говнюк! Стоит так и крутит. А что, мне вправо, влево, как? Я весь день их не видел. А, понял. По-моему, после этого уже жить не должен, не? Но я не смог. Запах, который нельзя забыть. Оп. Я пропущу это, мимо ушей. Черт возьми! Надо оказаться подальше, когда эта бомба взорвется. Угу. О, блядь, он здесь. Они... Я убью тебя! Я не заслужил! Почему? Там все взорвалось, я что-то не очень понял. У меня довольно много, кстати, хп. Выходи, медленно и осторожно. Не бегу. Давай, мочи его. Меня убили, лол, первый раз. Давай заново. Все сначала? Не, я походу наигрался. Это каратель! Он убьет нас так же, как Бобби! Эй, что он сделал с телом Бобби? Блин, вы были правы.
Они реально будут бегать. Когда чату говоришь, короче, что будет месяц стримов по Гридфоллу. Нон-сабы, когда запускается стрим только для сабов. Короче, можно все что угодно. Ладно, я там наигрался, получается, раз. Всю миссию надо заново, блин, я не готов заново всю миссию проходить. Вот. Ну, было прикольно. Я, типа, хотя бы повеселился.